Здравствуйте. 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 Я на самом деле девочек подвезла, мы просто вместе работаем. Я подвезла их на кастинг. Да, ну вот решили зайти. Ну чего ж, ну, не первый раз, действительно, можно и зайти. Я Дана, олифировец, мне 25 лет. Я уже много-много лет в мобильном бизнесе. Что еще у нас тут? Где работаю? Где работаю, да? Сейчас я работаю в молодежном театре эстрады. Еще работаю на ОНТ. Все, мы больше не работаем? Пока все. Мы поем. У нас новый проект на ОНТ. Да. Мы вот группа. Втроем. Втроем? Да. Кто третий? Таня, ты выпадаешь, да? Продемонстрировать? Я даже не знаю, что мы можем продемонстрировать. Наш тренер. А, у нас, да, нам пока еще нельзя ничего, к сожалению, демонстрировать. Да. Позже. Тоже, к сожалению. У вас уже трое, вот эта вот группа. Нет, нас 10. Остальные проекты попозже. Насчет социального проекта. На самом деле, у меня даже без конкурса было очень много социальных проектов, которые касаются Минска. Я всегда думала, почему не сделать вот это, почему то. Ну, естественно, я понимаю, почему, потому что... И что было? Ой, его стало перечислять, но последнее, что мне всплыло в памяти, то, что, мне кажется, заинтересует действительно не только меня, но и большинство людей и за пределами Республики Беларусь. Я бы хотела поработать с таким замечательным сооружением нашим всем, это Национальной библиотекой Беларуси, но я, к сожалению, не буду вам рассказывать, что там будет с ней, потому что боюсь, что у меня настолько замечательная идея, что ее просто украдут, в конце концов. Скажу в двух словах. Это будет, должно было бы быть грандиозное ночное шоу с инсталляциями, и с музыкантами, с акробатами. То есть там будет, могла бы быть и затронута история Республики Беларусь.